На нашем участке все, я думаю, идет своим ходом, как с соблюдением всех санитарных норм. То есть на входе в здание организован санитарный пункт, где избирателю измеряется температура, обрабатываются руки антисептиком и выдается санитарный пакет. И после того, как избиратель оденет маску, средства индивидуальной защиты, он проходит в помещение для голосования. Избиратель подходит к члену участковой избирательной комиссии на расстоянии не ближе, чем 1,5 метра. В руках держит свой паспорт, открывает нужные страницы. Член участковой избирательной комиссии сверяет паспортные данные с данными книги списка избирателей, после чего дает ему возможность расписаться в получении избирательного бюллетеня. Получает избиратель бюллетень, заходит в кабину для тайного голосования, голосует и, соответственно, опускает избирательный бюллетень в урну для голосования. На нашем избирательном участке дежурят все время общественные наблюдатели в количестве 3 человек. То есть как бы голосование идет своим чередом. На нашем участке на вчерашний день проголосовало 257 человек. Из них 233 проголосовали в помещении до дня голосования и 24 человека проголосовали вне помещения до дня голосования. На данный момент на 11 часов на избирательном участке 30 июня проголосовало 38 человек. Есть, естественно, у нас заявки для голосования вне помещения в количестве 8 человек на сегодняшний день и 14 человек заявили о своем желании голосовать в день голосования, то есть 1 июля. К ним, соответственно, будет выезжать комиссия. На нашем участке состав комиссии в количестве 11 человек. На участке работают наблюдатели и волонтер. Наблюдатель у нас от общественной палаты следит за правильностью выдачи бюллетеней, за обслуживанием избирателей. А волонтер сопровождает пожилых людей в помещение для голосования, помогает им подняться по ступенькам, сопровождает избирателя на избирательный участок. Из-за сложившейся ситуации в стране, из-за пандемии, организовано голосование в течение 7 дней. Но я думаю, что это удобно для избирателя. Ой, ну, неплохо люди идут. Хорошо идут уже почти 100 человек. 90 с лишним примерно прошло. Думаем, до вечера еще прибавится. Хорошо.